A-Data Legend 840 – это недорогой твердотельный накопитель с поддержкой интерфейса PCI-Express 4.0. На данный момент линейка SSD включает модели емкостью 512 ГБ и 1 ТБ. Хотя печатная плата допускает выпуск более емких модификаций, если это будет востребовано. В накопителе используется недорогой четырехканальный контроллер InnoGrid Rainier QX без поддержки DRAM-буфера. Контроллер Rainier QX относится к новому поколению, так что обеспечивает отличные для своего класса скоростные характеристики. Сильной стороной решения является также совместимость с консолью Sony PlayStation 5. SSD с интерфейсом PCI-Express 3.0 она не поддерживает вовсе, а Legend 840 всем требованиям производителя отвечает. Высокие скоростные характеристики обеспечиваются во многом благодаря использованию новейшей 176-слойной памяти Micron. На данный момент самой быстрой на рынке, но и одной из самых недорогих. Контроллер Rainier QX изготовлен по нормам 12 нанометров, а простая внутренняя конструкция позволяет ему комфортно работать без дополнительного охлаждения. Однако в комплект поставки входит тонкая металлическая теплораспределяющая пластина, которую покупатель при желании может установить на SSD самостоятельно. В наших тестах SSD Legend 840 продемонстрировал высокие скоростные характеристики. Разумеется, он отстает от топовых моделей, но превосходит всех непосредственных конкурентов и даже многие более дорогие накопители. Отсутствие DRAM-буфера эффективно компенсируется поддержкой функции HMB. Для своих нужд SSD может зарезервировать до 512 МБ системной памяти. На данный момент твердотельный накопитель A-Data Legend 840 уже доступен в продаже и сопровождается 5-летней гарантией.